первый период вроде как бы начали хорошо, но забили голы. Во втором подвели свои же ошибки. Создали моменты, не забили. Уступали в счете на одну шайбу и поговорили после второго периода. Пытались отыграться, и получилось. Я думаю, что мы сыграли командой, мы все вместе, каждый друг за друга, и так получилась наша победа. Я думаю, ну, все три периода вы увидите команду, как мы играли сегодня в третьем периоде, и нам нужно завтра просто играть все вместе, друг за друга, как я уже сказал. Первый период, наоборот, плохо как-то. Где-то вышли не сконцентрированно, где-то моменты потеряли. Второй период пацаны завелись, в раздевалке поговорили с тренером, завелись. Третий период. Первый половина, третий период нормально, как-то держались еще в конце, вот, голы пропускали и проиграли. Вот. Концентрация, наверное, где-то силенок не хватило, может быть. Ну, без разницы, конечно, да, выходим на все игры одинаково, бьемся, на соперника не смотрим, навязываем свою игру. Ну, в первую очередь, работа над ошибками, посмотрим, обсудим, выйдем также заряженным, будем биться.